Какой бы восхитительно вкусной ни была домашняя еда, сходить в кафе всегда приятно. И вообще, почему бы не устроить маленькую, например, пятницу прямо в середине недели? А что еще приятнее, так это выложить за сытный обед или ужин весьма скромную сумму. Не верите? Посетите кафе «Веста», которое находится в исторической части Бреста, на улице Крупской, 16, и убедитесь, что это именно так. «Веста» – одно из лучших предприятий общественного питания, имеющее свою традицию. Предприятие славится своими кадрами, как высококвалифицированные. Это как повара, так и официанты. Во главе предприятия стоит талантливый руководитель. И вот сегодня дегустация, которая будет проведена, направлена на то, чтобы меню изменялось, так сказать, в сторону новинок, изюминок. Самое интересное, хочу доложить вам, что на данном столе, который мы воспалились, мы будем рассматривать не только блюда европейской кухни, но и значительный уклон выдан блюдам белорусской кухни. Что касается кафе «Веста», это такой, знаете, классический вариант в хорошем смысле этого слова предприятия общественного питания. Здесь хорошая кухня, здесь высокие требования, но это и хорошо. Здесь наши учащиеся получают действительно то, что они должны получить на практике. Знания, опыт. И очень приятно отметить, что все эти специалисты – выпускники нашего колледжа. Поэтому такими они стали благодаря тому, что получили хорошую практику. Во все такие разные времена люди хотели и будут хотеть вкусно покушать. Не зря в хорошие кафе и рестораны всегда нужно бронировать столик заранее. А ассортимент меню и изысканность приготовленных блюд зависит от шеф-повара и его команды. Ну что, Татьяна, у нас все готово? Конечно, готово. Время X. Для Юлии Яцкевич работа в кафе «Веста» любимая. Творчество и кулинария – понятия неразделимые. Нынешняя дегустация не первая, но такая же волнительная. Приготовить может все, что душа пожелает, или клиент, но все-таки предпочтение отдает белорусской кухне. Мы готовимся к тысячелетию нашего любимого Бреста. И поэтому стараемся разнообразить наше меню, разрабатывая новые изысканные блюда, чтобы удивить наших гостей. Сегодня у нас своеобразная репетиция. Клиенты репетицию оценили по 10-бальной шкале. Все на высшем уровне. Это неудивительно. Блюда созданы по бабушкиным рецептам. А что может быть вкуснее, чем шкварчащие драники с ароматной сметанкой или травяной сбитень? Не пробовали белорусский жюльен, мясные торбочки, шашлычок из рыбки? Изысканные салаты спишите в «Весту». Вас накормят по-белорусски на славу. Замечательная салат от шеф-повара. Шашлык из рыбы. Это очень любит даже моя жена. Очень вкусный жюльен. Все неизменно очень вкусно. Прекрасная кухня. Спасибо большое. Замечательно. Чувствуется профессионализм поваров. Очень чувствуется. И тут вложена душа. Тут не только вот продукты, а тут чувствуется, как вот человек все это умеет с фантазией сделать. Все это вкусно, замечательно. Нам понравилось все. В каждом блюде есть своя изюминка. И вместе с тем и национальные традиции здесь учтены, и какая-то своя изюминка. Очень понравилось. Можно приходить сюда. Не можно, а нужно. В меню кафе «Веста» представлены блюда европейской и белорусской кухни. Для настоящих гурманов – большие порции мясных и рыбных блюд, приготовленных на гриле, ассорти из закусок и горячих блюд на компанию. Гостей приятно удивить чайные и кофейные карты, в которых представлены лучшие сорта чая и кофе. А уютная домашняя атмосфера, созданная с любовью сотрудниками кафе, придаст вашему отдыху неповторимую изюминку. Наше кафе всегда готово и радо предложить своим гостям ряд услуг. Это проведение торжеств, различных мероприятий. Проводим свадьбы, юбилеи, семейные торжества, корпоративы, преддверие новогодних праздников. Рады предложить нашим гостям проведение новогодних корпоративов в нашем заведении. «Веста» – это уютное кафе в самом центре Бреста. Отличное место для семейных обедов или задушевных дружеских бесед, пышных торжеств и скромных посиделок за чашечкой кофе, и не только с друзьями. А выбор блюд настолько велик, что каждый найдет для себя что-то особенное и чудесно вкусное. Сотрудники кафе всегда рады быть частичкой незабываемых моментов в вашей жизни и ежедневно создавать сказки для вас и ваших близких.